друзья, с вами Мин, и в этом видео я хотел бы поделиться своими наработками о защите своего Steam-аккаунта. В связи с последними событиями от Valve, первое, это то, что ввели новое правило, что, возможно, вещи уже не будут возвращать. Второе, с 26 на 27 июля разработчики Valve нашли, лазейку, с помощью которой можно восстановить и украсть аккаунт. Сегодня она в обед была пофикшена, но в принципе я решил все-таки записать это видео. Начнем мы с защиты вашего Steam аккаунта. Нажимаем настройки, аккаунт и подробности об аккаунте. Тут мы заходим, нам нужно прикрепить свой номер телефона. Вписывайте номер телефона, вам приходит смс на телефон, вы вписываете, прикрепляете ваш телефон. Далее. Family Setting, или, проще сказать, родительский контроль. Это вот такая фишечка, вот я из нее выйду. Когда вы включаете аккаунт, поставили, для того, чтобы воспользоваться остальной частью аккаунта, вам нужно ввести 4-значный пароль. А как его включить? Заходим в Steam, настройки, семья и управление семейным просмотром. Вот, в принципе, ничего тут тяжелого нет. Возможно, вот такой родительский контроль спасет ваш аккаунт и вещи. Теперь, немаловажно, что нужно защитить, это почту. Когда взламывают у человека аккаунт и добираются до почты, то первым делом ищут материал для восстановления аккаунта. Ну, это чеки о купленных играх, в которых есть CDK. Давайте начнем с почты. У меня лично есть почта на Gmail, как прикреплен один аккаунт. Есть на Яндексе, тоже один из прикреплен. И есть на Mail.ru. Самый безопасный из этих почт, вообще хостинговых почт, является Gmail. Самая такая хорошая. Ну, в принципе, я сижу на Mail.ru. И что нам, в принципе, тут нужно? Начнем мы, к примеру, с Mail.ru. Ну вот видите, я вот недавно привязал телефон, был привязан к вашему аккаунту Steam. Видите? Все пришло. Итак, тут мы заходим. Так, тут нам, в принципе, нужны только. Ну, в принципе, нам тут нужен только пароль и безопасность. Больше нам ничего тут не нужно. В принципе. Сам секретный вопрос. Запретить параллельные сессии, чтобы кто-то параллельно сидел на почте. Я себе поставил показывать информацию о последнем входе в систему. То есть я вижу, с какой IP и откуда заходили. Но если настолько вы уже боитесь о вашем аккаунте и вашей почте, если вы сидите, в принципе, с одного IP, не заходите с других устройств, то поставить можно галочку «Сессия только с одного IP-адреса». В принципе, также прикрепляем, вот видите, в принципе, все действия, которые я сделал на почте, ну хотя я не в Киеве нахожусь, но мой IP-шник. Далее, это что касается Mail.ru, теперь у нас Яндекс. Также заходим в настройки, безопасность, тоже номер телефона. Придумаем хороший пароль. И журнал что-то посещаемости, в принципе, то же самое есть. Но в принципе, чуть-чуть на Mail.ru получше в плане защиты. Ну и Gmail тут, в принципе, тоже ничего такого нету. Настройка. Главное иметь хороший пароль. Вот. И, в принципе, стараться не переходить по фишинг ссылкам, не качать различные софт, не вестись на различные разводы. Что касаемо еще, дам еще один отдельный совет, что ни в коем случае, когда вы логинитесь в браузере, не сохраняйте пароль ни родительского, ни такой, ни логин, ни пароль вообще лучше не запоминать. Что касается еще, советовал бы новичкам почитать такое тут руководство у меня есть. Обманы в Steam. Обязательно. Я еще его, про него уже делал видео, и я его еще добавлю. В данном руководстве написано все виды обманщика, описаны, каким образом они взламывают,
как определить настоящий сайт, этот фейковый и так далее. Вот, в принципе, тут очень хорошее руководство, тут все написано обманы с использованием ссылок и ПО, различные способы обмана. Вот, для вас это будет полезно. Также ссылку на это руководство я оставлю в описании. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, я это уже рассказал. Свои наработки у меня такие небольшие были, возможно, для вас они пригодятся, станут полезными, и ваш аккаунт будет в безопасности, чтобы вы не переживали за ваши вещи и ваш аккаунт. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего!